Боли в шейном отделе позвоночника. Грыжи шейного отдела позвоночника С5, С6, С6, С7. Протрузии. Головные боли. Головокружение. Все это связано с недостаточностью кровообращения в поясе верхнем конечности. Лечить подобные заболевания таблетками – это вести его к деменции, к слабоумию, к ухудшению работы и молочных желез у женщин, и даже к онкологии молочных желез. Чтобы этого не было, чтобы не было этих тяжелых осложнений от болезни остеохондроза шейного отдела, чтобы не было головокружения, мы разработали программу для того, чтобы убрали и боли в шейном отделе, и улучшили мозговое кровообращение, и сделали профилактику для грудного отдела позвоночника, в частности, для молочных желез. Поэтому вот такое упражнение на тренажере, которое разработано мною, мы делаем лежа на спине, упражнение, улучшающее кровообращение в поясе верхней конечности. На выдохе. Мы обязательно ставим дыхание, диафрагмальное дыхание. Руки опускаются за голову и поднимаются вверх. Тем самым мобилизуются мышцы, большие и малые грудные мышцы, мышцы плечевого пояса. Шейный и грудной отдел позвоночника улучшают кровоток и улучшается общее кровообращение в верхней части туловища. Дыхание, движение и регулярность выполнения этих упражнений улучшают кровообращение и снижают боли, восстанавливают трудоспособность и уходит человек от депрессии, а сейчас еще и от панических атак. Это одно из самых сложных болезней, которые приводятся у людей, много сидящих за компьютером, у которых плохо работают руки, и эти упражнения помогают избавляться от таких болезней, которые, конечно, таблетками не лечатся.